Beatles бежит предъявлять свои аргументы. И этот аргумент оказывается весьма весомым. У своего оппонента. Но задержаться в зоне Бориса авангарду не удалось. Гитс по борту отправляет шайбу за ворота Игоря Бобкова. Бобков останавливает шайбу. Практически 20 минут игрового времени, даже побольше. Ну и плюс ко всему... Ворота. И тут на перехвате аккуратно сыграл Ержан. Пас выводящий у него не получился. Какой силовой прием Карнаулова. Просто смял он сейчас. Шикарный силовой прием. Сама Данияр сейчас под него попадает. Встречает соперника. Ну что, драка будет? Да, приходится скидывать перчатки Байкову. Влетел Артем Денков, вступился за своего партнера, но в итоге оказался на льду. Тейкдаун, если выражаться терминологией смешанных единоборств.